Сегодня будем делать один японский салат. У меня есть такая штучка, называется она дайкон. Большой корень, который мы сделаем так. Где эти дырки, товарищи, так немножко неудобно. Почистить вы так, немножко зарежете с ножом. Возьмем морковку, также почистим. Включите чайник, пока вы это все чистите, потому что кипяток нам и надо. Значит, это можно порезать такими кубиками, примерно, скажем. Так, 5-6 миллиметра толстины. Потом, значит, опять 5-6 миллиметра. И сделайте это все такими палками. Если у вас нет времени, вы просто порежете так поперек. Очень красиво получится, когда получится такие палкицы. Все идет очень легко, очень быстро. Желательно, чтобы все было одного размера. Потом возьмем наш дайкончик. Также порежем. Все это хорошо смешаем. Затем возьмем немного лимончика, добавим. Потом немного посолим. И чтобы наш дайкон не был белым, а чтобы он получился желтым, сейчас мы туда добавим шафран. Сейчас здесь очень важно залить это все кипятком. Почему мы это заливаем кипятком, а не холодной водой? Потому что, когда зальете это все кипятком, весь там белок свернется, все остается у наших овощами, у нашим продуктам. Если бы залили это холодной водой, тогда бы у нас был полезный бульон. Но нам бульон не нужен. Ставим это все на плиту и ждем примерно. Значит, нам должно это все закипеть, а потом варим буквально 2-2,5 минуты. Значит, бланшируем. Добавим чуть лимона. Если у вас, конечно, нет лимона, вы свободно туда добавите какой-то винный уксус. Острая паприка, как-то корейцы, японцы и все эти товарищи восточные обожают. Немного острой паприки. Накрутим 4 вида перца. Все равно, что там немного солили, здесь тоже посолим. Наши азийские товарищи любят использовать кунжутное масло. Сейчас мы это все промешаем. Не будет плохо, если вы сюда добавите немного сельдерея. Стебель сельдерея как-то здесь даст тоже какой-то свой аромат. И сейчас лимон и соль из его выцедит сок. Немножко дала цвета, дала богатство вкуса, витаминов и все остальное. Можете также соломком добавить болгарский перец. Скажем, красный. Также можно добавить здесь немного желтого перца. Это тоже даст определенный аромат. И, конечно, красивый цвет. Можно добавить внутрь, скажем, помидор. Мелким тонким дольками. Возьмем лопатку, все это хорошо промешаем, чтобы все это пропиталось. И ждем наш дайкончик и морковчик. Плиту исключаем, вилки выключаем. И сейчас нам надо это все как-то через сетку в
prilijte tu vodu. Все, eto. Промешаем. Легко можно сюда добавить немного какие зелени-нибудь. Например, петрушки. Перчика. Накрутим. Еще раз все это промешаем. Сейчас мы наш салатик ставим в холодильник, чтобы это все прохладилось, чтобы запахи и вкусы перемешались. С вами были ТВ Джем. Серж, спасибо. Чао.